Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам об очень старом и очень действенном способе отбить аппетит и похудеть. Очень простой способ и очень популярный был очень давно, в моем детстве. Нам потребуется прежде всего капустный сок. Капустного сока берем 150 мл или 150 граммов. 50 граммов морковного сока и 1 или 2 чайные ложечки отрубей на порцию, если они вам не противопоказаны. Кстати, все это лучше делать, чтобы этот сок был свежевыжатый, и выжимки никуда не выбрасываем. Сейчас я вам покажу. Вот посмотрите, выжимки. Я их использую либо на оладушки диетические, добавляю туда яйца и отруби, либо на котлеты с мясом, добавляю это в мясо или ленивые голубцы и так далее. Самое главное, все это нужно не жарить, а запекать в духовке или на сковороде с антипригарным покрытием. Итак, перемешиваем все и хорошо взбалтываем. Добавляем отруби и хорошо перемешиваем. Я иногда отрубей добавляю больше, даже 2-3 чайные ложечки, потому что я отруби ем давно и мне они не противопоказаны. Вот этот рецепт очень хорошо отбивает аппетит и очень хорошо усиливает обмен веществ. А в капусте, в соке капусты, есть специальные вещества, которые помогают похудеть и тоже усиливают сжигание жиров. Это очень хороший рецепт. За 15-20 минут до еды мы выпиваем один стакан вот такого напитка, ждем, а потом едим. И съедаем гораздо меньше. Очень хороший рецепт. Кстати, все, кто оставит любой приличный комментарий под этим видео, я буду передавать привет в своих следующих роликах. А также, если вы оставили комментарий в любых моих новых видео за последние 3 месяца. Также обязательно смотрите ссылки в описании и прикрепленный комментарий. Там есть ссылки на мои популярные плейлисты «Диеты Тутси», «Рецепты по диете Дюкана», «Как отбить аппетит», а также наш новый плейлист «Занзибар» за 32 тысячи рублей. Также пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы, я отвечу на все. До свидания, удачи всем! С вами был YouTube-канал Тутси. Желаю вам всем быть стройными и красивыми.